Конечно же, мы, как еврейская община, знаем, что происходит в жизни молодого человека, когда он достигает определенного возраста. Что происходит? Он женится, да? Но также перед тем, как жениться, он должен пройти определенный важный этап своей жизни. И в еврейских общинах это называется бар-мицва и бат-мицва. То есть, когда молодой человек достигает возраста 13 лет, он становится полноправным членом общины, полноправным членом общества. Перед Господом он несет всю полноту ответственности за свои поступки, за свои решения. И впервые в этом возрасте мальчика вызывают к чтению Торы, к свитка Торы, комментарию Торы, выслушивают его толкование на этот комментарий и участвуют вместе с ним. Сегодня у нас есть большая привилегия вместе с вами позвать молодого человека к чтению Торы. Прошу. Он наряден, красив. Паша, на секундочку. Готов? Готов. Итак. Талит пока большой, но это только пока. Вырастешь под него. Тем не менее, ты уже достаточно взрослый, чтобы его одевать и чтобы читать. Просим. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте помолимся перед чтением Торы. Барху эт Адонай хамаварах. Баруха та Адонай элухейну меохалам, ашер бахарбан миколь хаямим венатан лану эт торато. Баруха та Адонай хотен хатара. Благословите Господа Благословенного. Благословен Ты, Господь Бог Царь Вселенной, избавший нас среди народов и подаривший нам Тору. Благословен Ты, Господь, дарующий Тору. Сегодня я буду размышлять о главе Вайгаш. Это 11-я по счету глава Торы, находится в первой книге Брейшит, Бытие. Свое название, как и все главы, она получает по первым значимым словам текста. Вайгаш Йехуда. И подошел к нему Иуда. В состав главы входят стихи с 44 по 17 по 47-27. Краткое содержание главы. Иуда подпускает к Иосифу, умоляя его освободи Вениамина, и предлагает, чтобы правитель Египта взял его себя рабом вместо Вениамина. Убедившись в преданности братьев друг другу, Иосиф раскрывает себя братьям. «Я Иосиф», — провозглашает он, — «жив ли отец мой?» Братья охвачены стыдом и раскаянием, но Иосиф утешает их, говоря, что на самом деле не по воле их он оказался в Египте, но Всевышний послал его туда для будущего спасения семьи от голода. Братья возвращаются к отцу в землю Ханаан с радостной вестью. Яков прибывает в землю вместе с сыновьями и их семьями. 70 душ в общей сложности. И, наконец-то, воссоединение с любимым сыном после 22 лет разлуки. По пути в Египет он получает обещание от Всевышнего. «Не бойся, спустись в Египет, ибо там я сделаю тебя великим народом. Я спущусь с тобой в Египет, и я, несомненно, подниму тебя оттуда вновь». В течение голодных лет Иосиф собирал богатство Египта, продавал хлеб в сомранные годы изобилия. Фараон дает Якову для поселения плодородную землю Гошен, и его семья процветает в Египте. Иногда мы думаем, что наши таланты делают нас особенными. Но если мы посмотрим на жизнь Иосифа, то можем сделать вывод, что без измененного характера дар, который дал ему Бог, не приносит благословения не только ему, но и другим людям. Какой характер был Иосифа в начале его пути? Он искал выгоду для себя, выставлял братьев в нехорошем свете перед отцом, рассказывая о их пригделках. Он был гордым. Историю о пророческих снах, как он это преподнес. Какой характер был Иосифа в момент его встречи с братьями? Он был сильным человеком, отвечал за свои слова. Бытие 39:8-9. Ответ жене Потифара.
Он был мудрым. Бытие, 41 глава. Сны фараона и управление Египтом. Он был честным. Бытие, 41 глава, 15-16 стих. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал фараон Иосифу, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И обращаю вас внимание на этот пункт. Он был милосердным. Бытие 45:3-5. Иосиф открывается братьям. Я сейчас хочу задать вопрос. Валик, что такое как заслужить милосердие? Ответ. Милосердие нельзя заслужить. Оно не имеет цены. Его можно только оказать даром. Исходя из того, что братья продали Иосифа в братство, он имел ответить тем же. Он мог их казнить, так как перед тем, чтобы продать его в братство, они хотели его убить. И только Иуда, один из братьев, заслужил милосердие. Он отговорил братьев от этого плохого дела и даже хотел отпустить его ночью домой, но не успел. Если Иосиф имел возможность судить братьев в начале своего пути до рабства в Египте, несомненно, он казнил их. Но пройдя через испытание измененного своего характера, он изменился. Если вначале он приписывал свою исключительность себя любимому, то после он видит Бога, творящего в его жизни и через его жизнь другим людям. Иосиф простил своих братьев. Он оказал им милость, потому что он любил их. Истинное милосердие исходит из любви. Поступки верующего человека должны руководствоваться любовью, а не справедливостью. Бог Отец есть любовь, и мы Его дети. Дети, в котором отображается любовь Бога в действии. Вывод. История Иосифа служит примером каждому из нас, как мы должны поступать с другими людьми, даже если они несправедливы по отношению к нам. Мы должны оказывать милосердие людям и не мстить за себя. Это непросто, это неприятно. Но на примере Иосифа мы видим, что возможно, пройдя через испытание с помощью Бога, он изменился, и его послушание спасло целый мир. Давайте помолимся по окончании Торы. Бог Авраама, Исаака и Якова, мы просим Тебя во имя Иешуа, научи нас оказывать милосердие людям, которые были несправедливы по отношению к нам. Научи нас прощать обижающих нас и молиться за гонителей. Мы просим, когда нам трудно, будь нашим утешителем, Дух Святой, укрепляй нас на пути исправления, чтобы завтра мы видели Твою победу. Аминь. Молодец, молодец. Итак, друзья, представляю вам Ваню, еще одного взрослого мужчину в нашей общине. Я хотел бы пригласить сюда также наших братьев, старших братьев, служителей для молитвы, а также маму, да? Есть мама сегодня, Нижана. Просим тебя. Я думаю, что есть несколько слов, которые важно тебе сказать для него. Господь Иисус Христос, благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою милость к нам, к Ване, что Ты дал ему такую возможность читать Тору. Он становится взрослее, берет на себя ответственность. Спасибо Тебе за эту привилегию. И я хочу благословить и во имя Иисуса Христа, чтобы Ты возлюбил Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душою Твоей, всем разумением Твоим и ближнего своего, как самого себя. И как юноши Сидрах, Мезах и Авденаго, они не поклонились идолу, но даже если бы им пришлось умереть, так я молю Бога, чтобы у тебя в твоей жизни не было идолов, ни кумиров. И да поклоняешься ты единому Богу, Творцу неба и земли, который сотворил тебя и возлюбил тебя. Также я хочу благословить Тебя во имя Иисуса Христа божественной мудростью, чтобы Ты ходил с почтением перед Господом, чтобы Ты уважал Слово Господа, в этом источник мудрости. Изучай Писание, исполняй заповеди Божии, потому что они даны Тебе на благо.
и ты будешь определять, что верно, а что нет. Господь сбережет тебя от зла, мудрость Божья сбережет тебя от зла, и ты будешь счастливым человеком. Ну и напоследок. Во имя Иисуса Христа я тебя благословляю, чтобы ты с усердием пребывал в правде, в благочестии, в любви, в кротости, в вере перед Господом и перед людьми. И да поможет тебе в этом Господь. Аминь. Ну что, Ваня, идешь к нам в мужское общество? Или с мамой? Не? Он походу к нам. Ребе, благословите. Мы в нашей общине мы благословили наших детей, и перед тем, как мы отпустим всех остальных, и Ваня помолится за них, я бы хотел бы благословить молитвой Аарона, которая написана в числах, 6 глава, 24 стих. Евхаданай ваишмареха Ехаданай паневелеха вихунеха Иса Адонай панавелеха Всем леха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим, помилует тебя. Да обратит лицо свое Господь на тебя и даст тебе свой мир. Мир, в котором Его Слово исполняется. Мир, который возрастает тебя и даст тебе счастье. А есть у нас еще, да? Тоже от учителей шабатной школы. Мы тебя поздравляем. Мы очень благодарим тебя за твое служение в общине, потому что когда я пришла в общину, увидела мальчика вот того, где-то там его не было видно за барабанами, но он служил. Это было очень удивительно для меня. Спасибо тебе за это служение. И спасибо за то, что ты служишь в детском, что ты помогаешь младшей группе. Он тоже прекрасный будет будущий учитель для деток и будущий отец. Пусть Господь даст тебе мудрости и любви. И пусть взращивает твои таланты и благословляет тебя. Поздравляю. Итак, друзья, вы знаете, в еврейской традиции также существует еще одна традиция. Да, в еврейской общине. Давайте мы его хорошенько поздравим. Братья, держись, Ваня, держись. Давайте порадуемся вместе с ним. Симатов, мазлтов, симатов, мазлтов, симатов, мазлтов, елану. Симатов, мазлтов, симатов, мазлтов, симатов, мазлтов, елану.
просим тебя сюда для первой общинской молитвы и просим также всех наших деток прийти для благословения перед шабатным служением. Итак, просим, Ваня, первая твоя общественная молитва. Дорогой Господь, спасибо за этих деток, благослови их, чтобы они поняли все на библейском уроке и чтобы слушались родителей. Благослови их поведением, здоровьем, чтобы все у них было хорошо. Аминь. Спасибо большое, детки, проходите, не спешите.